На Донбассе продолжается блокада железнодорожного сообщения. Накануне ее участники организовали еще один свой редут на мариупольском направлении, который должен остановить коммуникации между Мариуполем и Донецком. Сами организаторы по-прежнему говорят о том, что препятствуют контрабанде через линию фронта на Донбассе. Но при этом страна продолжает экономить уголь и считать дни до возможных веерных отключений. Если ситуация не изменится, то крайний срок 20 марта. Именно столько Украина продержится просто на экономии тепла. Пока что проблему, так сказать, купировали, но в Укрэнерго все-таки призывают украинцев экономить энергоресурсы. Энергосистема работает в сталом режиме. Что касается подальших кроков, хотел бы нагадать, что в разе, если не будет решено питання постачання вугілля, то в будь-якому разі, рано чи пізно, система може стикнутися з дефіцитом електричної енергії, і тому дуже багато буде залежати від вас, від наших споживачів. Наскільки ви будете ощадливі, наскільки ви будете виконувати ті рекомендації, які ми озвучували раніше, настільки менше буде ймовірність, що когось торкнуться таке неприємне явище, як відключення електричної енергії.